Найти остатки замка Хаджи-Бей между Дюком и Воронцовским дворцом – это главная цель раскопов, которые организовали сотрудники Института археологии Национальной академии наук Украины и Южноукраинского педагогического университета. Найти приблизительное местоположение данного замка удалось с помощью георадарной съемки бульвара, проведенной в 2018 году. Потом действительно было проведено георадарное исследование. Мы посмотрели, где идут аномалии, где выходит край стены, где просматриваются башни и ворота. И теперь осталось это доказать уже материальными находками. Доктор исторических наук Андрей Красножор рассказывает, что если верить схеме Дерибаса, который штурмовал замок Хаджи-Бей в 1789 году, то именно в центре Одессы на Приморском бульваре находится то самое сооружение. То мы, грубо говоря, находимся вот в этом секторе. Наш раскоп занимает вот этот сегмент. Это, ну, грубо говоря, левая или, я не знаю, как сказать, южная воротная секция. Эта часть замка ушла в обрыв вместе с оползнями. То есть по фасаду, если смотреть, замок сохранился вот в этой структуре, в этой части. Археологам нужно спуститься на глубину 2,5 метра, чтобы выйти на тот слой, который им интересен. Работы продвигаются оперативно, на помощь пришли студенты-историки. Если верить радару, то нам надо выйти на уровень где-то 2,20-2,50. Глубина где-то около 2,5 метров даст нам уже тот необходимый слой, в котором мы, собственно, и хотим поработать. Юные археологи работают с особым настроем. Данил рассказывает, что это его не первые раскопки. Но все же этот момент ожидания и поисков артефактов – это как раз то, зачем он и пошел в эту захватывающую профессию. Ожидание, море позитивных и каких-то интересных находок, то есть… Сейчас происходит очень тяжелая, трудная работа, но чем сложнее, тем будет лучший результат. Поиски древнего замка продлятся до 15 декабря, но ученые надеются, что получат результат уже в течение первой недели работ. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».